Если сильно захотеть, можно купить алкоголь после 7 вечера. Как оказывается, в поисках горячительных напитков в вечернее время можно долго не находиться. У людей есть спрос, в магазинах товар. И, как оказывается, ради выручки продавцы нередко пренебрегают законом Амурской области, который так и гласит: продажа спиртного после 7 вечера запрещена. Амурская служба новостей отправилась в рейд с сотрудниками полиции и выяснила, а соблюдают ли запрет. Продуктовый магазин. Из него выходит молодой человек с бутылкой пива. Время начала 9 вечера. Не отрицает, что купил алкоголь в этом магазине. Однако продавец этот факт не признает. Пиво вы продали? Отрицая продажу спиртного, продавец объясняет это тем, что чека у покупателя нет. Продавец не менял позицию после переговоров по телефону с начальством. Это ваше объяснение? Я буду отказываться, и все. Вы будете отказываться? То есть вы не осуществляли продажи? Вы понимаете, да, что есть свидетельская база, хорошо, есть видеосъемка, хорошо, и в любом случае будет наказание. В качестве наказания продавцу, который осуществил продажу алкоголя в незаконное время, грозит штраф от 1000 до 5000 рублей. Следующей торговой точке повезло. А у нас до конца рабочего дня, сейчас я начальству. Да? Давайте звоните, знаем, на каком основании вы продаете пиво. Узнали. Это место торговли имеет статус закусочной. После нескольких минут поисков подтверждающих документов, продавец их все-таки предоставил сотрудникам полиции. Следующий магазин подобной документации не располагает. Да и факт продажи алкоголя продавцы не отрицают. Здравствуйте, вы из города Благовещенска. Реализовали спиртную продукцию после 19.00. Вы знаете о том, что запрещено? Запрещена реализация, однако вы это сделали. На что указать в объяснении? Почему продали? Ради выручки продавцы готовы закрывать глаза на закон. Например, такая же ситуация в Свободном. На кадрах любительской съемки продавцы в ночное время торгуют в окошко, а некоторые продают пиво при всех, не смущаясь очереди. Как гласит закон, розничная продажа алкогольной продукции в Амурской области в торговых объектах не допускается с 19 до 11 часов по местному времени. При нарушении закона именно продавцу грозит штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. И лишь после трех нарушений наказание грозит предпринимателю. Но, как оказывается, можно пойти и на риск, лишь бы сделать выручку больше и не терять клиентов. Галина Макушенко, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей.